Для приготовления корзиночек нам понадобится 100 грамм масла сливочного, 100 грамм маргарина, полстакана сахара, 1 яйцо, пол столовой ложки майонеза, пол чайной ложки соды, будем гасить ее уксусом. Уксус я развела, эссенцию 1 к 20. И 2 стакана муки. Приступаем. Масло сливочное с маргарином и сахар нужно тщательно перемешать. Можно руками, можно и миксером. Добавляем 1 яйцо и столовую ложку майонеза. И все хорошо перемешиваем. Соду гасим уксусом. Добавляем сюда тоже. Всыпаем муку 2 стакана. И замешиваем тесто. Вот тесто наше готово. Вот такое вот оно получилось. Теперь оставляем его минут на 10. Пленочку накроем. Потом берем и вот так вот пальчиками разминаете по всей поверхности формы, стараясь вот в эти борта хорошо, чтобы заходили ровночко. Если лишнее тесто, вот так вот рукой снимаете, это потом тесто можно опять использовать. Вот так вот. И вот здесь аккуратно, чтобы они красиво смотрелись, аккуратно вот здесь вот нужно приминать, чтобы ровночки, ровночка не были. Итак, все формочки. Теперь будем выпекать в духовке при температуре 170-180 градусов до золотистого цвета. Вот так вилкой. Все. И все. И выпекаем. Наши корзиночки готовы, зарумянились. Вытаскиваем их, остужаем и будем заполнять белковым кремом.